Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты. Роман Чайковского на новой сцене звучит в исполнении выпускника Флорентийской консерватории. Олег Андрейчук – первый профессиональный певец, кому довелось оценить акустику этого зала. Звучание в лучших итальянских традициях. В числе первых зрителей – губернатор Дмитрий Азаров. Концертный зал Поволжского православного института был открыт в конце ноября, а сегодня результат проведенной работы показывают главе региона. Помещение уже стало лучшим в Тольятти. Помимо современной отделки, здесь установили профессиональное оборудование, большой светодиодный экран. Замечательно, даже не верится просто. Вот то, с чего начинали. Вы помните, здесь, как оно было брошенное, стояло здесь. Вот пока пандемия, мы этим занимаемся. 8 месяцев. На самом деле толчок дал вот тот попечительский совет, который год назад вы провели. Красота, просто красота. Да. Тольятти, Самара, Уфа. Сколько посадочных мест? 475. Ну, вообще, да. Такой зал. Балкон. Такой современный, да. Красивый. Очень хорошо оборудован. Ну, очень достойный, конечно, зал. Но залов много в Тольятти, но не все из них отремонтированы. Таких залов у нас еще пока не было. Это потрясающе. Любое мероприятие, да, старались. Концертный зал стал хорошим дополнением для вуза, но выступать здесь смогут не только студенты и преподаватели. Зал рассчитан на гастроли музыкантов мирового уровня, услышать которых будет полезно в том числе и обучающимся. Поволжский православный институт – уникальное для современной России учебное заведение. Христианский по духу и светский по содержанию. Реализует непрерывную образовательную программу от детского сада до высшей ступени. Сегодня в стране 3 подобных учебных заведений, но 2 московских вуза расположены в приспособленных помещениях, а тольяттинский был построен с нуля. Олег Зверев, «События».